Делаем проверку, снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это она. Тонкая копия вышла. Больше ничего нет в биороботе, чуть громче говори, Вера. Но есть дым вокруг нее и тонкая копия. Хорошо, защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Екатерину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Екатерины поднимайся в комнату диагностики. Да, мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Она показывает, у нее рука и нога, как оковы. А вот так вот, руки. Не руки, но одной руки. Одна рука. На одной ноге. И большой такой, как железный шар, прикован к ноге. Она его тащит за собой. Я понимаю, хорошо. И, Влад, пожалуйста, разрежь оковы на руке и на ноге. И отправляется, не силам его намерения, в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть. Туда же отправляется этот черный дым. Готово. Так лучше, Екатерина? Она плачет. Не волнуйтесь, все сейчас будет нормально. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать Екатерину. Пространство над головой, под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, воздействия, магические воздействия. От этого всего выстраиваются каналы в клетку-тюрьму. И по этим каналам ответственный притягивается в эту клетку-тюрьму силам его намерения и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать Екатерину. Все 7 тонких тел находит все. Мне демон сразу вышел. Считай цифру демона над головой. 12. 12 герцов всего. Хорошо. Посмотри, демон у нее. Инкуб. Угу. Дракон. Какой? Красный дракон. Окей. Рахноид. Все. Смотри, демон, он ее, получается, утяжелял. Это его грузы и воронка у него. Вот этот черный дым снизу, он создавал воронку, которая полностью этим черным дымом охватывала. Слушай, демон, а не офигел ли ты вот эти вещи делать, а? У тебя есть контракт с этим человеком? Есть. А ну расскажи мне про этот контракт. Я тебя предупреждаю, ты попал в очень ответственное и серьезное испытание в своей жизни. Я ни одного демона уже уничтожил. Он говорит, что у меня все по-честному, все записано. Возвращаю ему первозданные размеры. Вторая попытка. Итак, я даю команду, значит, выходит контракт с демоном. 1, 2, 3. Давай его посмотрим. Считай, Вера, информацию, что стоит в контракте, что у него записано, что она заключила с ним контракт. Мне вот это интересно. Итак, демоняка, давай, не трать мое время, я слушаю. Кто тебя просил входить в ее биополе? Какой контракт был заключен? Так, все, останавливаем все это, поехали дальше. Мы еще вернемся, демон, к этому разговору. Ты еще пожалеешь за это, то, что ты сейчас так начал нашу коммуникацию. Хорошо. И я даю команду тонкой копии. Говорит, что это ты начал. И я даю команду тонкой копии Екатерины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Екатерине. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить, возвращается к ним назад. Усиливаем потоки в 100 раз, до последнего микрона, все назад. Так, демон, как долго ты находился в этом теле? 5 лет с контрактом. Я слушаю содержание контракта. Она у тебя просила что-то? Поиск мужа. Она делала какой-то ритуал? Прощалась. Не понял, что прощалась?
Обращалась. Обращалась к кому? Но он показывает женщину с картами. Ага, понятно. Хорошо, Екатерина, вы нам об этом не сказали, это правда. Вы обращались к гадалке, проводили ритуалы. Ритуалов не было, был интерес. Вот посмотрите на ваш интерес, вот он стоит в клетке сейчас. 12-герцовый демон. Вместе с ним стоит инкуб. Красные драконы арахнуют. Но это другие истории. Как вам такой интерес? Она говорит, что моя вина есть, но я перепробовала. Все. Хорошо, вы искали себя, это был поиск. Хорошо. Демон это понял как контракт. Не так ли, демон? Дело в том, что ты свой контракт не выполнил. Он показывает этот контракт, он живой, можно сказать. Он между клеткой и тонкой копией, и он горит пламенем. Что ж ты за ведьма такая, к которой выходили, Екатерина? Вот это ж такое черное должно быть, что просто кошмар. Где вы такое нашли? Люди, не ходите к этим ведьмам. Я вас прошу, если вы не хотите вот это все иметь в себе. Реверс идет, Вера? Да, идет. Хорошо, ждем. Кому больше всех идет, посмотри, пожалуйста. Арахноиды, чернота идет. Так, инкуб, как долго ты находился в этом теле? В этом биополе. 2 года. Демон привел? Да. Красный дракон, цифры считай, пожалуйста, над головой. Как долго ты находился в этой комнате? В этой комнате. В этом биороботе? 5. 5 лет. Кем ты ей предстал, когда вошел в биополе? Какую ты ей голограмму показал? Каким обманом ты вошел? Жаркая она. Он показывает, что он кружит над ней. А она как огонь в ней полыхает. Моя стихия. Ты мне хочешь сейчас сказать, дракон, что это душа с какими-то особенными энергиями? Первородными, ангельскими? Моя стихия. Слушай, я тебя прошу. Я тебе еще один раз скажу. Третьего раза не будет, и я достану печать дракона. Если ты мне будешь еще один раз абстрактно отвечать на мои вопросы, меня это начнет злить. И это никому не будет приятно. Каким обманом ты вошел в это тело? Был мой вопрос. Вера, считай цифры у нее головой. Но он показывает, что он пришел светлым обликом. Вот. Кто это был? Святой? Куратор? Высшие светлые силы? Кем ты предстал? Святым? Ангел-хранитель. Дракон, ну какой ты ангел-хранитель? Ну что тебе не стыдно вот самому? Вера, какие у него цифры над головой? 602. 602, ну понятно, 602 уровень осознанности, это, конечно, тебе, дракон, не Он позволит. Он говорит, что это самое простое. Ну так ты пошел по пути самому простому, сопротивлению. Так, арахноид, как долго ты? Да. Реверс закончился. Хорошо, устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Екатерина забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Екатерина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 10 лет. 10 лет. Скажи-ка мне, Арахноид, у тебя в квартире там есть родственники? Да, есть. Сколько порталов в квартире находится? Сколько тебе известно? Не знаю. Хорошо. Дракон, демон, сколько порталов в квартире находится? Никто из них не выходит. Это его ответ? Из ее биополя. И никто не знает, сколько он не знает, демон не знает порталов, сколько порталов в квартире. Устанавливаю маячок над демоном. 1, 2, 3. Если он врет, красный цвет, если нет, зеленый. Какого цвета маячок? Зеленый. Действительно не знаешь. Хорошо, демон, зачет. Смотри, у него 12 герц, а у нее бывает больше. И поэтому он ее утяжеляет всем и держится этим в ней. Поэтому он привел инкуба, поэтому он повесил на нее вот эти цепи с одной стороны. То есть он всеми путями понижает ее вибрации, чтобы остаться в ней, не вылететь из нее. Черный поэтому дым. Он не выходит. Черный дым тоже от него? Черный дым — это его, я же говорю, под ней. Он сделал воронку под ней.
выпускают вот этот дым, чтобы ее... Понятно, хорошо, подожди, меня интересует совсем другая вещь. Меня интересует... Я хочу сейчас вот это, от этих гири, от этого черного дыма еще выстроить канал к тому, кто еще связан с этой энергией, к этой ведьме. Если она причастна к этому, она притянется. Один, два, три. Выстраивается канал и притягивается ответственность за все это. Кто сделал подключку? Идет информация, что там нет ответственных, потому что это было желание Екатерины. Екатерина, вы у меня все оружие из рук забрали, мне нечем. Ничего не могу сделать против таких вещей, когда люди добровольно идут на плаху и кладут свою голову. Поэтому, видите, все, я мог бы сейчас наказать эту ведьму, но не могу, потому что вы это сделали все добровольно. Вам это понятно, Екатерина? Она говорит, что поэтому я здесь, все мы люди, все мы делаем ошибки. Абсолютно верно. Ну, я смотрю, у вас тут 4 ошибки стоит в комнате диагностики. Я демон очень хорошо вооружился для того, чтобы понижать вам вибрации. Вы правы. Хорошо, поехали дальше. Ревер закончился. Закончился. Отлично. Хорошо, я сейчас спрашиваю демона. Демон, какие лярвы, где лярвы те, которые ты выращивал эти 5 лет? Где они находятся? Шея. Низ живота. Так, хорошо, демон, давай выходи сейчас, снимая все свои присадки, все, что ты оставил, и докладываю проверки, о готовности к проверке. Объявляю программу на сегодня. Сейчас будет, чистка уже проходит, энергии мы вернули. Сейчас вы вытаскиваете все, после этого я провожу проверку 2 миллиона герц. Если кто-то меня обманет, он просто сгорит в этой клетке, если он что-то не вытащит или оставит свои энергии. Все, кто пройдут проверку, уйдут на свою чистоту безболезненно в первый раз. Второй раз, если я их застану в этом биополе после прочтения манифеста, эти сущности будут очень серьезно наказаны. Всем понятно? Понятно. Хорошо. Давай, демон, вытаскивай и докладывай. Он ей говорит, что тебе надо пойти со мной. Кто? Демон. В моей комнате диагностики? Он снимает с нее и говорит, что ты все равно без меня не сможешь, тебе надо пойти со мной. Да ты что? Демон, ты знаешь, я многое видел в этой комнате, но такой наглости я в моей комнате не терплю. Ей надо контракт уничтожить, он над ней силы имеет. Снялся. Я объясню демону, потом открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И пусть он посмотрит, как там тепло, закрывая портал. Это ему предвкушение того, что может его сегодня ожидать. 2 секунды, и ты внутри. Все. Еще один раз ты откроешь свой рот без того, что я тебя спрашиваю, демон. Ты об этом очень крупно пожалеешь. Это 3-е и последнее предупреждение тебе. Ты это понял? Но он не открывает рот. Если ты еще какую-то мыслеформу ей передашь, я тебя отрежу оба рога. Прямо здесь. Понятно все, спрашиваю? Ну, понятно. Ты сейчас миллиметр стоял от того, чтобы я тебе их срезал. Хорошо, поехали дальше. Так, он все убрал, да? Я хотел тебе отдать лярвы, но я их сегодня сожгу. Я тебе ничего не отдам. Все. Закончился лимит моей вежливости к тебе. Выходит сейчас инкуб, снимает все, что он оставил, все ленточки, ошейники, корсеты, и становится в клетку и докладывает. Инкуб все... снялся. Хорошо, так, дракон выходишь, достаешь все платы свои, все подключки, все свои энергии забираешь, чтобы пройти проверку, и возвращайся в клетку и докладываешь. У нее горло, сердце. Плата стоит, и она прикручена какими-то. Дракон, аккуратно снимай. Если ты поранишь ее, я пораню тебя. Толстыми какими-то болтами. И у нее вот эти 2 чакры, они перемешаны. Какие? Сердце и? Сердце и живот. Голубая. Ну, от нее горло, понятно. Да, от нее там холод, сильная волна холода шла. Голубая вишутха вместе с зеленой, они такой цвет дают, какой-то грязный. А что ты на эти чакры пошел, дракон? Тепло там ему. Хорошо, тебе было там тепло. Какие это вызывало в ней реакции? Где у нее болело? У нее горло, сердце болело. Как это все вызывалось? Объясни мне. Хрип. Хрип. Понятно, хорошо. Хорошо, Вера, посмотри, он все снял? Да. И арахнует, я прошу тебя сейчас выйти, вытащить все, что ты оставил в этом биополе.
отсасывая всю свою жидкость, всю паутину, чтобы ни малейшая твоя частица там не было, если ты хочешь уйти здоровым и живым на свою чистоту. У тебя шансы хорошие. У него инкубатор желтый-оранжевый. Это живот, не живота. Там а сам был... он в голове. Ну, ну, там и шел. Я не знаю, как человек это может сам себя убрать, не имея понятия материи. Все собрал. Так, они все забрали. И сейчас я даю команду на счет три на рассинхронизацию энергии Екатерины с энергией демона, инкуба, дракона и арахноида на счет три. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Рассинхронизация заканчивается автоматически. Ну вот у нее нитка идет внизу, в самом этим контрактом она все еще связана с демоном. Это мы сейчас все разорвем. Это не проблема. Синхронизация. Закончилась? Закончилась, да. Отлично, хорошо. Так, и я включаю Екатерине внутренний белый свет. Один, два, три. И весь негатив, который находится на чистоте демона, инкуба, дракона и арахноида, остаточные энергии, все негативное начинает выходить из каждой ее клеточки. Готово. Отлично. Большой шар? Нет, небольшой. Открывается под ним портал в галактическое ядро, шар улетает в галактическое ядро на переработку. Туда сегодня, возможно, и демон уйдет. Хорошо, закрываю печатарь. Поехали дальше. Все. Так, они все вытащили. Я сейчас подхожу к Екатерине, кладу руки на плечи, помогая ей моей собственной энергией, массивным, сильным ударом, высоковибрационным импульсом сжечь все каналы к интерферентам. На счет три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Каналы мы отстегнули, начнем отпускать потихонечку. Хорошо, арахноид, ты понял, в это тело тебе заходить смертельно опасно. Найди себе новое место обитания, все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида, 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит безболезненно на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Красный дракон, я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты никогда больше в это тело не войдешь. Если войдешь, это будет твой смертный приговор, потому что мы будем проверять. Даю свое слово. Хорошо. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад и забирает все, что он с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Поехали дальше. И вот переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Екатерина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она выражает свое намерение. Хорошо, я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Договорам. Один, два, три. Выходят договора. Есть и другие у нее договора. И договора, и другие есть. Хорошо. И контракт с демоном подсвечивается. Но он горит и так. Хорошо. Екатерина, вот ваш контракт с демоном. Видите его? Она давно его видит. А, хорошо. Прочитайте содержание, что там стоит. Это будет вашей копии, интересно, на Земле. Она говорит, что он уже все озвучил. Я знаю, что там. Хорошо, отлично, все, поехали дальше. Вы готовы расторгнуть эти контракты? Конечно, готова. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если такого есть. Готово. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро, и они улетают в галактическое ядро. Все контракты на переработку сжигаются в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Ну вот из этого контракта, да, с демоном, из него вышли энергии какие-то, вернулись к ней. Он очень недоволен. Вот, я сейчас как раз хотел спросить. Демон, на каком основании ты находишься в этом биополе? У тебя есть контракт? Ну, он говорит, что, как видишь, уже ничего не связывает меня с этим биополем. Случайно заметил. Хорошо, демон, такова жизнь. Человек решил и
мы осуществляем эту волю. Поэтому ничего больше тебе другого предложить не могу, как уйти на свою чистоту и никогда больше не возвращаться. Он говорит, что она сама вернется. А почему так думаешь? Привычка. Ну, это мы еще посмотрим. Екатерина, вы хотите еще раз этого демона увидеть и вернуться к нему? Нет, не хочет. Демон, она говорит, не хочет. Так что я тебя предупреждаю, если я тебя второй раз без контракта в этом биополе найду, я тебя очень сильно накажу. Понятно теперь? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. Демон улетает на свою частоту. Вместе с ним все, что он принес. Забывая дорогу назад, закрывая печать, растворяясь в огненную пентаграмму. Что у нас в клетке осталось, Вера? Посмотри, пожалуйста. У нас осталось черный дым. Вот. Под этим черным дымом открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот дым улетает в галактическое ядро на переработку. Как там с этим гирями, где они? Тоже рядом. Все, и это улетает в галактическое ядро на переработку в эту же воронку, закрывая печатную растворяю. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, и они вытесняют за пределы этой комнаты все оставшиеся энергии от интерферентов. Поехали дальше. Хорошо, пусть тонкая копия Екатерины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. 700 и... Подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Екатерины до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово, она пытается летать. Только далеко не улетает. Я не могу поверить. Да, так и есть. Хорошо, мы закончили чистку Екатерины, у нас остались 10 вопросов к куратору, и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти друга, ангела, куратора Екатерины в эту комнату диагностики. Девушка Луна. Луна. Мы приветствуем, снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем куратора Екатерины. Луна. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Екатерина. Мы сегодня проводили чистку ее биополя. Вытащили всех интерферентов. Очень было трудно ее убедить расслабиться и осознанно прочитать манифест. Но, похоже, это удалось. Потому что она осознала, кто она есть, и увидела крылья. Они сейчас после идентификации души проявились, и мы поняли, что мы имеем дело с ангелом. Поэтому и объясняется такое огромное количество интерферентов. Екатерина обратилась к нам с просьбой задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, Луна, ответить на эти 10 вопросов? Я приветствую всех присутствующих в этой комнате. Я несу вам радость и свет. Благодарим вас. Нашего уровня. Принимаем. Благодарим вас. Мы все радуемся за Катерину. Я знаю. Когда ангел освобождается, у ангелов праздник наверху. Мы не первую ангельскую душу освободили, поэтому очень рады, что вы достучались, таки уважаемая Луна, до своей подопечной, и она дошла до нас. А мы смогли... И другое. А что здесь, расскажите? Она освободилась от самой себя, от черты, которую она провела. Да, мы такого еще не видели, честно говоря, эти рамки. Особенно, как они манифестируются. Это живой пример, когда вы можете видеть, что у ангелов есть свой характер. Благодарю вас. Хорошо. Будем начинать тогда с вопросами, уважаемая Луна. Я помогу, чем могу. Конечно. Хорошо. Первый вопрос. В этой жизни на Земле я не стала матерью. Почему? У них идет контакт между собой, и она ей показывает вот эту сферу, сжатую внутри, которую она не могла расслабить. У нее что-то случилось. 26. В 26 лет. Цифра идет 26.
Это какие-то отношения, после которых она свою энергию зажала внутри и не могла расслабить, и у нее вся энергия уходила на эгоизм, на саму себя. Там выскочило это слово эгоизм, когда с мы... помощью этого произошла вот эта черта, и ребенок не мог пройти через это. Сейчас этого нет? Во-первых, было место занято вот этим сжатой энергией, а во-вторых, стояла черта. Все понятно. Она говорит, что сейчас этого нет и что чужих детей не бывает. Хорошо. Екатерина все поняла. Благодарим вас, уважаемая Луна, за этот очень интересный ответ. Вы закончили, я могу переходить ко второму вопросу. Пожалуйста. Хорошо. Второй вопрос у нас традиционный. Уровень высшего «я» и ангельский уровень, поскольку это ангел. У меня 8-е высшее «я» и 12-й ангельский. И 12-й ангельский. Как ангел, она, у нее сильные энергии, чистые. А как человек, она, ну, как человек, вот. То есть высшее «я», проживая жизни, она закрылась и не реализовывается. Я вижу, что ее уровень высшее «я» почему-то находится ниже ангельского уровня. Меня это вот немножечко смутило в том плане, как часто эта душа реинкарнировалась вообще, или она неохотно проходит реинкарнацию, или ей тяжело это проходить. Я знаю, у ангелов есть свои определенные проблемы, не у всех. Но как есть. Я уже сказала, здесь играет роль характер. Характер, характер, вы правы. Все понятно. Хорошо, благодарю вас. Значит, 8-е высшее «я» и 12-й ангельский уровень. И она написала уровень осознания, но, в принципе, осознание – это и есть, наверное, скорее всего, уровень высшего «я». Она говорит, что ей она себя комфортно чувствует на ангельском уровне и не хочет выходить из зоны комфорта, но это необходимо для развития. Конечно. И поэтому она зажимается внутри себя и делает ошибки. Вы знаете, мы встречали действительно такие души, уважаемая Луна. Один ребенок у нас был, у него было ДЦП, это такой центральный паралич, и это ангельская душа была, и он, как мы поняли, сам добровольно выбрал себе именно такую реинкарнацию. Это опыт, потому что ему трудно, очень трудно реинкарнироваться на Земле, но он понимал, что ему надо по-любому как-то проходить этот путь, и вот он выбрал такой вариант прохождения этого пути. Я только это хотел заметить. Здесь другое, здесь характер. Здесь характер, это совсем другое. Хорошо, это еще можно изменить. Поехали дальше, если вы закончили. Поехали. На что мне больше стоит обратить внимание? Ну, это такой общий вопрос, честно говоря. Пожалуйста. На свет внутри себя. Задача ангелов – дарить свет. Ты много лет его зажимала внутри. Твой свет должен освещать. Ты сама это знаешь. А ты освещала себя. И свой эгоизм. Это опыт. Это я и хочу сказать. Благодарю вас, Луна. Это все понятно. Куратор никогда с осуждением не будет выступать. Это я говорю для Екатерины. Он уважает ваш выбор, но он вам подсказывает, в каком направлении было бы лучше идти. Переходим к следующему вопросу. Кем я была в прошлой жизни? Если возможно, Луна, расскажите, пожалуйста, где она жила в прошлой жизни на Земле? Люди не понимают, что есть жизни между жизнями, это тоже жизнь, есть жизнь на других планетах. Давайте остановимся в ее понимании, как я здесь понимаю. Она хочет узнать о своей жизни на Земле, чтобы ей это было понятно, какая страна, какой год, чем она занималась и какой опыт она с собой забрала. А война? Какие года? Страна? Это Франция, революция, борьба за справедливость. Женщина принимала участие в ополчении. Революционерка. Молодец. Выжила? Выжила. Еще долго строила новую жизнь. Отдала свой свет. Угу. Значит, выполнила свою программу в той жизни, да? Можно сказать. Выполнила. Был ребенок, мальчик. В каких годах это было? Ну да, вы сказали, Франция, революция. Тут все понятно. Хорошо.
Ребенок, мальчик. В каком возрасте она умерла? Вообще неправильное слово, умерла. Сделала переход. 86. Вау, 86 лет в те годы. Это очень-очень высокий возраст. Благодарю вас, очень интересно, уважаемая Луна. Если вы закончили, я могу продолжать. Она была интересным человеком по тем временам. И, как я уже сказала, отдавала свой свет, который нужен был людям. У нее профессия была? Она лечила кого-то? Помогала чем-то? Нет, она не лечила. Она выслушивала, вот. Понимала людей. В вашем понимании это психология. В нашем понимании это душевное лечение. Психология имеет слишком расплывчатое такое понятие. Психология – все, что нас окружает. Но она имела тот дар выслушивать. Этот дар имеют очень немногие люди. Выслушивать, это... понимать. И понимать. Находить нужные слова, отдавать свет. Я как понимаю, эгоизмом там и не пахло в той жизни, да? Полностью выполнена программа. Непонятно, как она в этой жизни могла немножечко так опустить эту планку? Может быть, что-то ее подтолкнуло к этому? Я уже объяснила, что... Вы объяснили. Вы объяснили. Благодарю, Луна. Я продолжаю? Продолжай. В нашем доме не уживаются мужчины, умирают или живут совсем недолго и уходят. Почему так происходит? Я не понимаю вопрос. Вопрос в таком плане, что все мужчины, которые меня она знакомится, как я понимаю, они или умирают и живут совсем недолго, или уходят из этой семьи. Вот мне тоже трудно понять. Я говорю только про Екатерину. Только про Екатерину. Я, в принципе, понимаю, я объяснял, только о себе надо задавать. Проблема Екатерины – эгоизм. Хорошо. Может, это будет частью ответов на все... Понятно, но от нее можно избавиться. Хорошо, Луна. Шестой вопрос она спрашивает. Самое яркое и самое лучшее мое воплощение на Земле. Мы только что разговаривали об последнем воплощении. А было у нее какое-нибудь яркое или, в вашем понимании, лучшее воплощение? Хотя все воплощения лучшие. Если так рассуждать. Лучшее в каком понимании? Набирание. В твоих руках. Вот. Сделай это воплощение ярким и лучшим на Земле. Это намного легче, так как у вас много ресурсов и информации. К сожалению, уважаемая Луна, очень много ложной информации, но здесь человек должен будет сам разбираться. Ему сердце подскажет, какая информация верная, а какая нет. Я могу продолжать дальше? Да. У нас с подругой на протяжении многих лет очень сильная связь. Это связано с прошлой жизнью или это что-то другое? Связь есть. Были соратниками прошлой жизни. Во Франции? Революционерка тоже? Мужчина. Мужчина. Это не ее партнер был? Или просто соратник? Был партнер. Партнер. Все. Екатерина, вы поняли, что ваша подруга была вашим партнером в прошлой жизни. Замечательно. Хорошо. Обычно человек такое чувствует всегда. Такие связи. Она дана в помощь. Вот как. Неправильно сказала. Они в помощь друг другу. Они друг другу помогают, да. Дополняя друг друга. Замечательно. Очень рад, что такое вообще случается. И это, конечно, намного лучше, чем одному бороться против всего. Хорошо. Если вы здесь закончили, я перехожу к вопросу, каким образом мне связаться с моим куратором? Как с вами связаться, уважаемая Луна? Я возьму тебя за руки. Дам тебе ангельских энергий, с помощью которых ты сможешь связаться со мной. Имя ваше она уже знает. Это очень легко. Эти энергии ты ничем не спутаешь. Пожалуйста, запустите, да, активируйте по кругу ангельские энергии, если вы хотите это сейчас сделать. Она уже делает. Уже делает. Хорошо. Такое чувствуется на физическом уровне сразу. Такие волны идут сразу, Вера.
Все готово. Благодарю вас. Хорошо. Девятый вопрос. Можно ли получить совет от куратора? Сегодня прозвучало очень много советов. Хотя бы этими надо сначала обработать. Первый мой совет – это прими себя и прочувствуй эти энергии внутри. Не ставь больше границ и рамок. Второе – ты должна выпускать эти энергии любовью и добром. Начни с малого. Начни с малого. Очень правильный совет. Благодарю вас, уважаемая Луна. И самый последний вопрос. Я не могу найти себя в работе по душе. Может ли куратор меня направить или дать совет? Я благодарю вас. Все придет, когда ты сможешь гармонизировать свои энергии, понять и принять их. Ты уже поняла, что твое нахождение на Земле – это отдавать. Люди, животные или любые другие души нуждаются в тепле. Но сперва ты должна стать сильной, чтобы не терять свои энергии. Для этого ты должна понимать их. А процесс осознания – это всегда активный процесс, где надо работать над собой. Следи за знаками. Замечательный совет. Благодарю вас, уважаемая Луна. Мы закончили. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики каждому куратору или учителю, который к нам приходит, а были здесь уже все с нашей галактики, всегда получает от нас какой-то подарок. Это может быть мыслеформа с Земли, если вам хотелось что-то увидеть, если вы когда-то были на Земле, или мы можем сделать вам подарок, который очень охотно берут ангелы. Например, и все другие цивилизации – это самые чистые, вкусные ягоды, которые настолько остались на Земле. Это единственный чистый экологический продукт. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с этими ягодами, самыми вкусными на Земле. Большая корзинка, и мы передаем ее Луне. Она может поделиться со своими друзьями в знак благодарности за эту встречу. Прекрасный подарок. Если вы еще что-то хотите, не стесняйтесь. Нам я это благодарю. Замечательно. Хорошо, уважаемая Луна, благодарю вас. Примите нашу искреннюю энергию благодарности от меня, от Веры и от Екатерины за эту замечательную встречу, за эту информацию, которую вы дали. Это новый отрезок в ее жизни начинается. Я очень надеюсь, что она скоро с вами выйдет на связь и все эти проблемы свои проработает и станет полноценным ангелом на Земле. До скорых встреч. До скорых встреч. Мы прощаемся. Не прощаемся. Говорю, всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Луна ушла. Хорошо. Екатерина, вы довольны встречей с нашим куратором? Накивает. Замечательно. У вас есть теперь время над всем этим работать. Техники сеанса мы вам оставляем в этом сеансе. Заправляйте себя энергиями. Вот, каждый день вибрации поднимать. Она говорит, что это очень приятно знать, что ты ангел. Да, согласен. Но для этого вам придется еще поработать на Земле. Она говорит, что я понимаю, что это ответственность, от которой я бегала всю жизнь. Вы все поняли. Замечательно. Хорошо, Верочка, мы закончили. Будем возвращать Екатерину домой. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке. Каждая извилинка головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, что мне очень нравится, чем вы занимаетесь. Благодарю вас. Я буду светить. Светите. Готово. И отключаясь от объекта и перемещаясь в свою комнату диагностики. Я на месте.